Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео по многочисленным просьбам дорогих моих подписчиков я хочу показать, как связать вот такую замечательную кошечку-принцессу. Вяжется кошечка сдельно полностью, кроме пришивного хвостика. Вот, в принципе, достаточно быстро, легко и просто. Вязала я кошечку по описанию, которое ранее выставляла на своем канале в виде PDF. Но, честно говоря, как и у остальных подписчиков, у меня возникали вопросы на тех или иных рядах. При провязывании несостыковок были многие, скажем, количество столбиков в рядах. Также, как так или иначе провязывать некоторые детали. Там просто написано количество, а как уже провязывать, то, скажем так, додумывайте сами. Вот. И мне пришлось, скажем, по ходу вязания корректировать также детали по размерам, потому что вначале, когда я начала вязать кошечку, получалось очень широкое. В общем, может быть, это из-за плотности моей вязания, возможно, это действительно так было в описании, что она такая плотненькая, но мне хотелось ее сделать более грациозной. Вот, и приходилось немножечко, скажем, опять же таки корректировать по количеству столбиков в ряду или делать какие-то различные, скажем, изгибы вот, тела или же туловище, в общем, грудки и так далее. Вот, в принципе, я ничем так особенным не украшала эту кошечку, только лишь атласной ленточкой и вышила глазки из той же пряжи, которую вязала, просто черного цвета. Вот, в принципе, пряжи ушло достаточно мало, где-то грамм 25 максимум белого цвета, вот, я вязала, и точно так же по времени ушло немного. Вот, в принципе, что касаемо по изготовлению игрушечки, возможно, у вас возникнет небольшая трудность при вывязывании начала передних лапок и вывязывании кончика хвоста, так как это самые, скажем, такие узкие детали, тяжело доступные. Вот, а так, в принципе, кошечка вяжется достаточно быстро на одном дыхании. Вот, и, в принципе, под такую кошечку можно связать и в пару джентльмена потемнее цвета, допустим, коричневого либо серого, или же украсить в виде какой-то свадебной парочки. Вот, ну, это вы уже смотрите и украшаете, скажем, включаете свою фантазию на свой вкус. Вот, а мы сегодня с вами свяжем основу, которую вы позже сможете самостоятельно украсить. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать акриловую пряжу Lanosa Minty 315 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть в отдельном видео. Ссылочку смотрите ниже в описании в этом видео. Далее буду вязать крючком номер 3. Также нам понадобятся ножнички, небольшой кусочек ниточки контрастного цвета, либо маркер, чем вам более удобно пользоваться. И в качестве наполнителя я буду использовать холофайбер. Если вы будете использовать другую пряжу, соответственно, под нее выбираете крючок, и уже в зависимости от вашей пряжи, крючка и плотности вязания будет, скажем, исходный размер игрушки. Начинаем вязание с головы. Делаем кольцо амигуруми, обхватываем пальчик, делаем петельку начальную и набираем в колечко 6 столбиков без накида. Вводим в кольцо первый, вяжем столбик, далее второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Вязание должно быть средней плотности, чтобы ваш наполнитель не вытаскивался, скажем, наружу. Если вы видите, что вы вяжете слишком рыхло, то смените крючок на размер поменьше. Теперь придерживаем крайнюю петельку и затягиваем наше кольцо так, чтобы не было посередине отверстия. Первый ряд связан. Далее во втором ряду мы делаем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Параллельно я буду ввязывать вот этот краешек ниточки, который мы стянули. Находим первую петельку и вяжем в первую петлю первый столбик, в эту же петельку второй столбик. Далее находим вторую петельку и в нее вяжем 2 столбика без накида. Далее находим третью петельку и в нее вяжем 2 столбика без накида. Четвертую петельку вяжем 2 столбика без накида. Пятую петельку вяжем 2 столбика без накида. И в последнюю шестую петельку вяжем 2 столбика без накида. Связав второй ряд, у нас получилось по кругу 12 провязанных столбиков без накида. Или 12 петелек по ребру. Теперь вяжем третий ряд.
будем чередовать столбик без накида, провязывая в петельку, затем следующую делать прибавление, то есть в каждую вторую петельку вяжем 2 столбика без накида. Для этого я беру ниточку контрастного цвета и отмечаю следующий ряд. Вот эта ниточка у нас будет каждый ряд отмечаться заново. Итак, в первую петельку вяжем столбик без накида, в следующую петельку вяжем 2 столбика без накида. Один и сюда же второй. Далее снова столбик, в следующую петельку 2 столбика, столбик, 2 столбика. То есть каждую вторую петельку вяжем прибавление. Столбик, в следующую петельку 2 столбика, столбик, 2 столбика. И последний раз вяжем столбик и в следующую петельку вяжем 2 столбика. Это последняя петелька. Вытаскиваем нашу ниточку контрастного цвета и отмечаем начало следующего ряда. При провязывании третьего ряда у нас по кругу 18 столбиков без накида. Теперь будем чередовать столбик, столбик 2 раза и в третью петельку каждую делать прибавление по 2 столбика. Вяжем столбик в первую петлю, во вторую петлю второй столбик и в третью петельку вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Еще раз повторяем столбик, в следующую петельку столбик, а в третью петельку вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. И так повторяем столбик 1, в следующую петельку столбик 2 и в третью петельку прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Вот так дочередуем до конца ряда. 2 столбика по столбику в каждую петельку и в каждую третью вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. И последний, предпоследний раз еще раз свяжем. И последний раз точно так же столбик, столбик и 2 столбика. В конце четвертого ряда по кругу у нас провязано 24 столбика без накида. Теперь отмечаем начало пятого ряда и теперь немножечко поменяем. Мы вместо кружочка должны будем связать такой вот небольшой, скажем, заостренный край с одной стороны и с другой стороны. То есть сформировать 2 наших ушка. Для этого вяжем 3 столбика без накида. Первый столбик, столбик первый. Во второй столбик второй. И в третью петельку столбик третий. Далее что мы делаем? Смотрите, мы делаем в следующую петельку прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше вяжем 4 столбика с накидом из следующей петельки. Для этого делаем накид и в одну петельку вяжем 4 столбика с накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик с накидом, накид делаем третий столбик и накид делаем четвертый столбик. Связали 4 столбика с накидом из одной петельки. Дальше делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Находим вот эту петельку, начальную нашу петлю основания воздушной цепочки. И вяжем в эту петельку соединительный столбик. То есть делаем пико. Вот такое пико у вас должно получиться. Далее делаем накид и в эту же петельку, в которой у нас было 4 столбика с накидом, вяжем еще 4 столбика с одним накидом. Первый столбик, в эту же петельку второй столбик, в эту же петельку третий столбик и в эту же петельку четвертый столбик. Вот такой у нас орнамент должен получиться. Он немножечко кажется вам смешным, но ничего страшного. Теперь находим следующую петельку и вяжем в нее столбик без накида. Как бы завершаем вывязывание нашего ушка. Теперь в следующую петельку делаем прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь вяжем 3 столбика без накида. В первую петельку столбик 1, во вторую петельку столбик 2 и в третью петельку столбик 3. Дальше делаем в следующую петельку прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И повторяем 3 столбика без накида подряд. 1 столбик, следующую петельку 2 столбик, следующую петельку 3 столбик. И снова делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. Теперь делаем столбик без накида и повторим вот этот орнамент. Делаем накид,
И в одну петельку в следующую вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик, третий столбик и четвертый столбик. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в петлю основания 3 петелек воздушных делаем соединительный столбик в вершину. Последнего столбика делаем соединительный столбик. Делали пико. Далее делаем накид и в эту же петельку еще делаем 4 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик, третий и четвертый. Связали вот этот орнамент с другой стороны. Он должен у нас быть друг напротив друга. Теперь вяжем столбик без накида. В следующую петельку делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. И до конца ряда у нас остается всего лишь 4 петельки. Вот и довязываем 4 столбика без накида. Каждую петельку по столбику. 1, 2, 3 и в последнюю петельку 4. У вас должен закончиться ряд. Вот здесь посмотрите, где мы отметили. Так и заканчивается в последний столбик предыдущего ряда. Последний столбик этого ряда. Обязательно у вас должно все совпадать. И для этого я всегда вам рекомендую отмечать начало каждого ряда. Довязали 5 ряд и начинаем вязать 6 ряд. Отмечаем начало ряда и в начале 6 ряда свяжем 4 столбика без накида подряд. Первую петельку вяжем первый столбик, в следующую петельку вяжем второй столбик, в следующую третий и в следующую четвертый. Далее делаем прибавление, то есть вяжем в пятую петельку 2 столбика без накида в одну петлю. В следующую петельку вяжем просто столбик без накида. Теперь начинается самое интересное. Нам нужно связать 8 столбиков с накидом и соединить общей вершиной. Как мы это сделаем? Делаем накид, находим следующую петельку и вывязываем из каждой петли недовязанный столбик с накидом. То есть это как? Сделали накид, далее ныряем в петельку первую, достаем рабочую ниточку и пропускаем сквозь 2 петли. На крючке у нас остается 2 петли. Накид в следующую петельку. Делаем недовязанный столбик с накидом, на крючке 3 петли. Снова ныряем вот так вот в следующую петельку. Достаем еще один недовязанный столбик с накидом. И в последнюю петельку делаем накид и в последнюю петельку достаем еще один недовязанный столбик с накидом. Вот так сейчас. Вот она, последняя петелька. Достаем недовязанный с нее столбик с накидом. Это будет очень тяжело. На крючке у вас 5 петелек, обратите внимание. Делаем накид, пропускаем петлю пико и находим самый первый столбик от нее, самую первую петельку. Вот здесь она у вас в уголке. И ныряем в нее и вяжем недовязанный столбик с накидом. Вот так. Сейчас будет совсем здесь неудобно. Но вы постарайтесь. Вот так вот достаем недовязанный столбик. На крючке у вас 6 петелек. Снова недовязанный столбик в следующую петельку. 7 петелек. Недовязанный столбик с накидом. 8 петелек. И последний, наш 8 столбик, недовязанный в следующую петлю. И на крючке у вас 9 петелечек. Вот так должно быть. Соединяем все 9 петелечек общей вершиной. Вот так. Вот это сформированное наше первое ушко. Петля пико нам сделала как бы макушку, заостренную ушко кошки. Посмотрите. А все 8 недовязанных столбиков нам как бы соединили, сделали как бы угол ушка. Можно было вместо пико здесь сделать 3 воздушные петли. Но мне кажется, пико более кажется зафиксированным. И здесь, чтобы наполнитель не вытаскивался. Вот этот большой, скажем, плюс, то, что мы сделали пико, а не 3 воздушные петли. Теперь, что мы сделаем? Теперь мы вяжем, находим вот здесь вот самый уголочек, первую петельку недовязанную, вот здесь вот, после недовязанного столбика, вернее, и вяжем
2 столбика без накида. Первый столбик, следующую петельку, второй столбик. То есть после 8 недовязанных столбиков, соединенных общей вершиной, нам нужно провязать 2 столбика без накида. Следующую петельку мы вяжем прибавление. 2 столбика без накида уже в одну петельку. Далее вяжем 4 столбика без накида и делаем прибавление. В одну петельку вяжем первый столбик, в следующую петельку второй, в следующую третий и в следующую четвертый. Далее над прибавлением предыдущего ряда вяжем прибавление в этом ряду. 2 столбика без накида в одну петлю. И повторяем 4 столбика без накида. Первый столбик, второй в следующую петлю, третий в следующую петлю и четвертый в следующую петлю. Дальше делаем очередное прибавление, 2 столбика без накида. И сделали вот здесь вот прибавление последнее. После него нам нужно связать 1 столбик без накида в уголочек. И находим снова 4 наши первые столбика перед пико. Делаем накид и из каждого столбика с накидом вывязываем недовязанный столбик с накидом. На крючке у нас снова должно получиться из каждого столбика недовязанная петля. Вот так вот. 2, в следующую петельку 3 и в следующую петельку 4. Вот они у нас недовязанные 4 столбика с накидом. На крючке 5 петелек вместе с рабочей последней петлей. Далее делаем накид и в уголок. Вот здесь вот после пико находим первую петельку с этой стороны и из каждого столбика, из 4 столбиков с накидом предыдущего ряда достаем еще 4 недовязанных столбика с накидом. 1, 2 и в следующие 3 и последняя петелька 4. Здесь будет очень тяжело, но постарайтесь. Снова на крючке 9 петель вместе с рабочей, 8 недовязанных столбиков с накидом и 9 рабочая петля. Пропускаем общую вершину сквозь все петельки. Получается, сформировано у нас второе ушко. Здесь будет немножечко вам тяжело, но постарайтесь 8 не довязать столбиков с накидом. А далее сразу же находим следующую петельку после недовязанного столбика. И вяжем одну петельку столбик без накида и следующую петельку второй столбик без накида. Вот здесь, прямо в уголочке, как бы зафиксировать нужно. Над прибавлением предыдущего ряда вяжем прибавление в этом ряду. 2 столбика без накида, прибавление предыдущего ряда. И далее до конца ряда у нас остается 4 столбика без накида предыдущего ряда. Мы вяжем 4 столбика без накида в этом ряду. И мы дошли до нашего маркера. Вот он наш маркер. Вот так вот. И уже по описанию пишет мне, что в этом ряду у нас получилось 34 столбика по кругу. Честно говоря, я сейчас пересчитать этого не смогу. Я ориентируюсь всегда максимально на вот этот маркер или на контрастную ниточку, чтобы у меня все совпало. Если вы не поняли, что мы сделали, я вам сейчас проговорю, как мы связали шестой ряд. Мы связали изначально 4 столбика без накида. Далее сделали прибавление. Связали 1 столбик. Далее соединили 8 столбиков с накидом общей вершиной. То есть в одну петельку соединили 8 столбиков с накидом предыдущего ряда. Пико мы вообще пропустили. Оно у нас вот оно с одной и с другой стороны. То есть как бы уголочек нашего ушка мы не трогали. Вот дальше что мы сделали? Мы сделали 2 столбика без накида, как бы зафиксировали наше соединение наших 8 столбиков с накидом. Далее над прибавлением предыдущего ряда сделали прибавление. Затем провязали 2 раза 4 столбика без накида, прибавление, 4 столбика без накида, прибавление. И подошли, связав 1 столбик без накида в уголок, подошли к 8 нашим столбикам, которых соединили в общий 1 столбик общей вершиной. Далее снова закрепили 2 столбиками с накидом, сделали прибавление над прибавлением предыдущего ряда. И до конца ряда нам осталось всего лишь 4 столбика, которые мы довязали. Дойдя до маркера, вот здесь вот нашего 6 ряда, мы отмечаем начало 7 ряда. Вот так, переносим маркер. И 7 ряд у нас очень простой по сравнению с 2 предыдущими рядами. Мы сейчас прочередуем, провяжем 5 столбиков без накида,
и сделаем прибавление. Начинаем с первой петельки, вяжем первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую петлю третий, в следующую петлю четвертый столбик и в следующую петлю пятый столбик. Далее в шестую петлю мы делаем прибавление. 2 столбика без накида вяжем в одну петлю. 1, 2. И снова отсчитываем наши 5 столбиков. Первый столбик в первую петлю, второй столбик во вторую петлю. Обратите внимание, что второй столбик у нас должен быть в уголочек общей вершинки. Далее третий столбик в третью петлю, четвертый столбик и пятый. А далее в шестую петлю делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Я сделала 2 раза, провязала 5 столбиков без накида, сделала прибавление, 5 столбиков без накида, прибавление. И нам еще нужно связать 3 раза, 5 столбиков прочередовать и сделать прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. То есть сейчас мы добавляем каждую шестую петельку по одному столбику 5 раз. До конца ряда у нас останется здесь 4 столбика без накида. И мы их просто провяжем 4 столбика без накида. А пока чередуем 5 столбиков без накида, в шестую петлю делаем 2 столбика без накида, то есть прибавление. При вязании 7 ряда могут возникнуть у вас вопросы, как его связать. То есть, возможно, у вас, скажем, не получится с первого раза его связать. Я начала вязать и, честно говоря, решила все-таки не пропускать этот ряд видео, а именно записать. Посмотрите. Мы вяжем чередование 5 столбиков без накида и делаем прибавление 5 раз. То есть, связав первые 5 столбиков после маркера, шестую петельку над прибавлением, обратите внимание, предыдущего ряда, делаем прибавление в этом ряду. То есть, вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Далее нам снова нужно прочередовать 5 столбиков. Первый столбик вам виден, я думаю, после прибавления. Вот он, первый столбик. Второй столбик нам нужно провязать под последний столбик вот здесь, вот под вот эту петельку. Посмотрите, то есть еще мы делаем не в пиковую вершину, а еще перед этой пиковой вершиной есть еще одна петля. Поэтому под нее делаем второй столбик. И лишь третий столбик делаем под вершину 8 столбиков. Далее четвертый с другой стороны столбик и пятый. Над прибавлением предыдущего ряда делаем прибавление в этом ряду. Это второй раз мы связали. Теперь снова 5 столбиков вяжем. В первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, третья, четвертая петля столбик и пятая. Далее снова обращаем внимание, прибавление предыдущего ряда нам нужно связать прибавление в этом ряду. Это третий раз. Далее четвертый раз вяжем 5 столбиков. Раз, в следующую петлю второй раз, третий раз, четвертый и пятый. Снова прибавление предыдущего ряда видим. Вот они, 2 столбика. Вяжем сюда же прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Далее снова вяжем, находим первую петельку, вяжем столбик. Во вторую, вот она петелька, вяжем второй столбик. Третья петелька, это вершина 8 столбиков. Вяжем в нее третий столбик. С другой стороны четвертый и пятый столбик, а над прибавлением предыдущего ряда, обратите внимание, вяжем последнее прибавление в этом ряду. До конца ряда у нас остается 4 петельки, поэтому вяжем в каждую петельку по столбику. Первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую третий и в следующую петлю четвертый столбик. Связали до конца 7 ряд, и в конце ряда у нас должно получиться 39 петелек. Петелек или 39 столбиков, провязанных без накида. В 8 ряду отмечаем маркером начало и в каждую петельку просто провяжем по одному столбику без накида. То есть в конце 8 ряда у нас должно получиться 39 столбиков, причем в каждую петельку мы просто вяжем по столбику. То есть как бы уравниваем то, что мы вязали в предыдущих рядах. Я думаю, что здесь вы справитесь, просто не пропуская никакой петельки. Отсчитайте 39 столбиков, и это должно у вас получиться количество столбиков, провязанных до конца, то есть до нашего маркера. Довязали 8 ряд до конца, переносим маркер в начало 9 ряда. Теперь в 9 ряду начинаем отсчитывать подряд, начиная с первой петельки, 13 столбиков без накида. Первую петельку первый столбик, далее в следующую петельку второй столбик, третий, четвертый, пятый. Шестой, седьмой, восьмой,
девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый столбик. Далее нам нужно сделать два убавления подряд. Существует в принципе два основных способа убавления. Это вяжем незаконченный столбик без накида 1 и в следующую петелечку незаконченный столбик без накида 2. На крючке 3 петли, соединяем их общей вершиной. Это первый способ убавления. Я буду пользоваться вторым способом. Это только лишь передние стеночки захватываем одной петли и второй петли. Передние стеночки. На крючке основная петля и 2 полупетли. Захватываем. Сначала пропускаем рабочую ниточку сквозь 2 полупетли. Затем еще раз захватываем рабочую ниточку сквозь 2 оставшиеся петли на крючке. Вот таким вот образом я и буду делать убавление. Еще раз показываю. 2 полупетли захватываем одной петельки и следующей петельки. На крючке 3 петли. Пропускаем рабочую ниточку сквозь 2 полупетли сначала и затем еще раз сквозь 2 петельки на крючке. Вот таким образом мы сделали 2 убавления подряд. Теперь нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Начинаем со следующей петельки отсчитывать 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И снова делаем 2 убавления подряд. За 2 передние полупетли захватываю 2 петельки. Далее пропускаю рабочую ниточку сквозь 2 полупетли сначала. Затем сквозь 2 петли на крючке. Первое убавление. Затем снова 2 полупетли захватываю, пропускаю рабочую ниточку сквозь них. А затем рабочую ниточку сквозь 2 петли, которые остались на крючке. Сделала подряд 2 убавления. И теперь до конца ряда у нас остается 12 столбиков. Вот и довязываем 12 столбиков без накида до конца этого ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Дошли до нашего маркера и в конце провязанного ряда, 9 по счету, 35 столбиков без накида. Теперь переносим маркер в 10 ряд. В начале 10 ряда нам нужно отсчитать 9 столбиков без накида. Начинаем вязать в первую петельку первый столбик, далее во вторую второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Связали 9 столбиков без накида подряд и делаем в следующую 10 петлю прибавления 2 столбика без накида в одну петельку. Раз и второй сюда столбик. Далее провязываем 3 столбика без накида подряд по столбику в каждую петельку последующую. Один столбик, в следующую петлю второй и в следующую третий столбик. Далее делаем убавление. 2 захватываем полупетельки следующих 2 петель. Пропускаем рабочую ниточку сквозь 2 сначала полупетельки и затем сквозь 2 петельки, которые остались на крючке. Теперь вяжем 2 столбика без накида, в следующую петельку первый столбик и в следующую петельку второй столбик. Далее вяжем 2 прибавления подряд. В 2 следующие петельки вяжем по 2 столбика без накида. Первое прибавление, первый столбик и второй столбик. Сделали второе прибавление. Теперь вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И делаем одно убавление. За 2 передние полупетельки захватываем 2 следующие петли. И пропускаем рабочую ниточку сквозь 2 сначала полупетли, а затем сквозь 2 петли, которые остались на крючке. Сделали убавление. Теперь вяжем 3 столбика без накида. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик и в следующую петлю третий столбик. Связали 3 столбика, теперь делаем прибавление. Первый столбик и в следующую петельку второй столбик. До конца ряда у нас остается 8 петелек. Вот в каждую из 8 петелек нам нужно провязать по столбику без накида. Первую петельку первый столбик, далее второй в следующую петельку, третий,
четвертый, пятый, шестой, седьмой и перед маркером последний, восьмой столбик. Вот так вот. Довязали 10 ряд. В 11 ряду отмечаем начало ряда снова нашим маркером. И отсчитываем 10 столбиков без накида. Первую петельку первый столбик. Далее во вторую второй. Третий. Четвертый. И так далее. Провяжите 10 столбиков без накида. Связали 10 столбиков. Теперь делаем прибавление в 11 петлю. То есть вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Далее вяжем 6 столбиков без накида. Один столбик, в следующую петлю второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Связали 6 столбиков, далее делаем 4 прибавления подряд. Каждые 4 последующие петли делаем по 2 столбика без накида. Первую петлю первый столбик, второй. Во вторую петлю первый столбик, потом второй. В следующую петлю первый столбик, сюда же второй. И последнее прибавление 2 столбика без накида. Вяжем в четвертую петлю подряд. Провязали 4 подряд прибавления. Теперь вяжем снова 6 столбиков без накида. В одну петлю первый столбик, во вторую петлю второй столбик. Далее разворачиваем третий столбик, четвертый, пятый и шестой. Связали 6 столбиков без накида и снова нам нужно сделать одно прибавление. 2 столбика без накида вяжем в одну петельку. Первый столбик и сюда же второй. До конца ряда у нас остается 9 петелек, поэтому вяжем в каждую из петелек по одному столбику. 1, 2, 3, 4 и так далее до конца этого ряда. В конце 11 ряда у нас получилось 43 столбика без накида. Переносим маркер в начало 12 ряда, отмечаем начало ряда и дальше отсчитываем с первой петельки 18 столбиков без накида. Первую петельку первый столбик, далее в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, далее четвертый, пятый. И так провяжите самостоятельно 18 столбиков без накида. Связали 18 столбиков, а теперь нам нужно сделать 4 убавления подряд. Для этого захватываем 2 полупетельки следующих 2 столбиков. Вот так вот за передние стеночки. Первый столбик полупетелька и второй столбик. И вяжем убавление. Сначала пропускаем рабочую ниточку сквозь 2 полупетли, а затем сквозь 2 петли на крючке. Первое убавление сделали. Далее делаем второе убавление, 2 полупетельки захватываем и вяжем столбик без накида за 2 полупетельки, если проще говоря. Это просто вяжется столбик без накида за 2 передние полупетельки. Это так, проще говоря, называется убавление моим способом. И последнее, четвертое убавление я делаю подряд. То есть как бы мы сначала делали здесь прибавление, а затем сделали убавление для того, чтобы как бы сузить. Здесь мы формируем мордочку нашей кошки. Вот. И теперь до конца ряда у нас остается довязать всего лишь 17 петелек по столбику без накида в каждую петлю. Я думаю, что вы справитесь здесь самостоятельно. Сделав 4 убавления, в конце 12 ряда у нас должно получиться 39 провязанных столбиков без накида. Итак, я отсчитываю первый столбик в следующую петлю, далее второй, третий, четвертый, пятый и так далее, 17 столбиков до конца 12 ряда. Довязали до конца этот ряд, теперь переносим маркер в начало 13 ряда. 13 ряд немножечко похож на 12. Начинаем мы его с 18 столбиков без накида. Первую петельку вяжем первый столбик, следующую петлю второй, далее третий, четвертый и так далее. Отсчитайте самостоятельно, провяжите 18 столбиков без накида. Связали 18 столбиков, теперь делаем 2 убавления подряд. Захватываем за передние стеночки 2 полупетли следующих 2 столбиков и вяжем столбик без накида за 2 передние полупетельки. Первое убавление и далее сразу же захватываем 2 передние полупетельки 2 столбиков последующих и вяжем
второе убавление. И далее до конца ряда у нас, как и в предыдущем ряду, остается провязать 17 петелек по столбику без накида. Начиная со следующей петельки, отсчитываем 17 столбиков, либо же по желанию можете не отсчитывать, а просто довяжите до конца этого ряда, то есть до нашего маркера. Но по итогу, по окончанию провязывания 13 ряда у нас останется, благодаря двум убавлениям, уже 37 столбиков без накида, провязанных по кругу. Довязали до конца ряд и переносим маркер в начало следующего 14 ряда. Начинаем с первой петельки отсчитывать 9 столбиков без накида. В первую петлю вяжем первый столбик, далее в следующую петлю второй, третий, четвертый и еще довязываем до 9 столбика без накида. Далее нам нужно сделать подряд 10 убавлений. То есть мы попарно будем захватывать передние стеночки двух последующих петелек и провязывать столбик без накида. Итак, начинаем делать первое убавление, захватываем 2 полупетельки, вяжем столбик без накида. Второе убавление, третье убавление, четвертое убавление, пятое убавление, шестое убавление, седьмое убавление, разворачиваем удобной для себя стороной, восьмое убавление, девятое, последнее, десятое убавление. Связали наших 10 убавлений и далее до конца ряда у нас остается 8 петелек. Поэтому провяжем 8 столбиков без накида в каждую петлю по одному столбику. В этом ряду мы сделали 10 убавлений, поэтому уже в конце ряда у нас остается 27 столбиков без накида. Довязали ряд до конца и теперь переносим маркер в начало следующего 15 по счету от начала ряда. И начинаем отсчитывать в начале ряда 8 столбиков без накида. Первую петельку вяжем первый столбик, следующую второй столбик, следующую петлю третий столбик и так далее. 8 столбиков без накида. Далее нам нужно сделать 6 убавлений подряд. Как мы только что делали 10, точно так же и 6. Попарно захватываем за передние стеночки 2 полупетли и вяжем столбик без накида. Первое убавление. Далее следующие 2 полупетли захватываем. Второе вяжем убавление. Далее разворачиваем удобной для себя стороной. Вяжем третье убавление. Четвертое. Пятое и последнее осталось прибавление связать. Поворачиваем для себя, опять же таки, удобной стороной и довязываем шестое убавление. Все, 6 убавлений у нас связаны и до конца ряда у нас остается 7 столбиков. Провязать без накида в каждую петельку по одному столбику. Начинаем со следующей петли и вяжем до конца ряда 7 столбиков. 1, 2, 3, 4 и еще самостоятельно 3 столбика без накида. В конце 15 ряда у нас должно получиться 21 столбик по кругу. И переносим маркер в начало 16 ряда. Снова от начала ряда провязываем 9 столбиков без накида. Находим первую петельку и начинаем отсчитывать. Первый столбик, следующую петлю второй столбик, третий и так далее. 9 столбиков. Далее делаем подряд 2 убавления. Находим 2 передние полупетли. Вяжем первое убавление. Раз, два. Захватили, провязали столбик без накида. Раз, два. И захватили, провязали столбик без накида. Провязали 2 убавления подряд. И до конца ряда остается довязать 8
петелек, то есть по столбику без накида в каждую из 8 петелек. 1, 2, 3, 4 и так далее до конца этого ряда. И в конце 16 ряда у нас должно получиться по кругу 19 столбиков без накида. Далее переносим маркер в начало 17 ряда. Из 17 теперь по 20 ряд, то есть 17, 18, 19, 20, 4 ряда, нам нужно связать по кругу наши 19 столбиков без накида в каждую петлю по одному столбику. Начинаем отсчитывать с первой петли первый ряд, отсчитываем 19, вяжем столбиков по кругу. Далее второй, третий и четвертый ряд. Не забывайте отмечать начало каждого ряда для того, чтобы не запутаться, сколько рядочков вы провязали. Можете отмечать на листике, либо отлаживать счетные палочки, либо использовать счетчик рядов, как вам удобнее. То есть сейчас вяжем первый ряд 19 столбиков, второй, третий и четвертый. Связали 20 ряд, перевытаскиваем нашу крайнюю петельку и вытаскиваем маркер. Теперь нам нужно нашу голову кошечки наполнить. Поэтому берем наш наполнитель, который вы приготовили, и начинаем постепенно, плотненько заполнять каждый уголочек головы кошечки. Для удобства можете использовать абсолютно любые инструменты. Возможно, это крючок потолще. Я чаще всего использую ножнички. Я благодаря ножничкам могу, скажем, полностью набить все труднодоступные места. Я начинаю наполнять с наших ушек. Вот, хорошо в одно ушко наполняем. Хорошо наполняем во второе ушко. Так как наше личико кошечки имеет тоже вот такой вот рельефный, скажем, вид, то тоже каждую из частей мордочки нам нужно хорошо наполнить для того, чтобы она красиво держала форму и был красивый вид. Как вы видите, у нас уже голова начинает провидневаться. И когда вы наполните, скажем, все вот эти вот наши убавления-прибавления, скажем так, то у вас получится красивая такая объемная голова. И после того, как наполните, присоединяйтесь ко мне во второй части, где мы с вами продолжим вязать кошечке грудку.